Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресенье, время в Майсе. И, знаете, хотя Пейсах, и казалось бы, что вот Пейсах, надо все время спешить, надо все время что-то достать, сделать. Но, тем не менее, я не про Пейсах хочу сказать, именно Майсу о том, как вот за каждым человеком есть персональное наблюдение. Нас ведут за руку, просто надо всматриваться в этот мир. Я не помню в этой Майсе уже ни истории точно, фамилии, ничего, но вы поймете, насколько она интересна. Итак, Соединенные Штаты, очень известный раввин, его пригласили в Канаду выступить, и друзья пригласили хорошее выступление в университете, большое количество студентов. Но друг его, крупный бизнесмен, попросил прилететь, он спонсор его общины, прилететь вечером раньше, у него есть важное дело, и утром пойдем выступать в университет. Он прилетает. Какое важное дело оказалось? Это раввин, чтобы вы правильно поняли, кроме, он все время учится, там, такой известный. Что оказалось за дело его товарищ, для чего его пригласил? Знаменитый матч хоккейной команды. Ну, предположим, играли там Канада, там, Монреаль, Канаде и Ванкувер. Это было вообще в Ванкувере, в Канаде. И вот он говорит, ты знаешь, я достал билеты в первый ряд, хоккейный матч, играют такие хоккеисты, там, Эспозито, там, не знаю, все фамилии я не помню, я так говорю. Ну, в ужасе этот раввин, он не знает, он вообще это 40 тысяч человек, ну, ему хочется учиться, он устал, 16 часов перелет. Ну, спонсор и спонсор. Тем более друзья, он идет с ним в хоккей. И вот 2.5 или 3 часа он сидит в лучшем месте, такое шикарное. И слушает, как играют канадские там хоккеисты, как замечательно бросает со второй зоны этот, как трансферная политика неправильная у тренера. Все. А так как память у него академическая, он всю жизнь талмуд учил, то запоминает он все, ересь эту всю, хочешь не хочешь. В ужасе сидит, короче, пропал день, все. Закончился день, поехал он спать. На следующий день он приезжает в университетскую аудиторию. 1000 человек студентов, молодые спортивные ребята и девушки. Минут 5 он выступает, тишина там, видит, что вообще не с кем разговаривать. 10 не с кем разговаривать. Ну, тут встает старший капитан команды местной. Говорит, уважаемый раввин, решите, мы вам что-то скажем. Тот говорит, да, пожалуйста. Вы понимаете, раввин, вот вы пришли, нас пригнали сюда на эту лекцию. Мы далеки от религии, мы далеки от вашей жизни, вы живете в прошлом веке. Вы посмотрите на нас, мы живем другим миром, у вас интересы с нами никак не пересекаются. Мы не можем с вами разговаривать на одном языке. Например, там, давайте я задам простой пример. Вот у нас Монреаль, команда Ванкувер выиграла вчера футбольный матч, хоккейный матч. Что вы скажете про этот матч? Можете что-то сказать? Вы раввин. А если вы не можете, как же вы можете рассуждать о наших делах? И в эту секунду раввин понял, что такое божественное провидение. Он поднял руку и говорит, молодой человек, я с вами согласен, я действительно считал, что вы хотите какие-то духовные вещи. Что касается хоккея и всего, вы знаете, я небольшой специалист, и тут он открывает рот и начинает говорить. Он говорит, вы знаете, вот я считаю, что с третьей зоны бросок вот во втором периоде был несколько слабоватый. Кроме того, я считаю, что трансферная политика клуба направлена на то, чтобы усилить оборону, и выдал в течение 10 минут все, что он слышал, плюс еще какие-то новости. В зале была мертвая тишина, через секунду в зал взорвался овациями, и оставшиеся 1.5 часа была мертвая тишина, и все слушали великолепно и аплодировали. Что произошло в этот момент? Когда человек пошел какой-то там этот хоккей смотрел, потурал. За ним уже смотрели сверху, знали, для чего ему прийти, знали, как это используется, и без этого его лекция была бы испорчена. Это такой маленький житейский эпизод, но он показывает, как устроена наша жизнь. А теперь буквально полслова. У нас перед нами сейчас Пейсах. Первое, что надо делать, Пейсах – это праздник скорости. Маца должна была не захватить, надо быстро, надо прийти, это убрать, это принять. Сейчас, пожалуйста, надо самое главное то, что это праздник взрывного потенциала. Мы сейчас должны найти сегодня 3 минуты, сесть и поговорить с собой. Я сейчас хочу сделать то-то, 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 у меня план то-то, то-то, то-то. Я конкретно, я внесу изменения в этот мир тем, что сделаю так-то и так-то. Вот в чем суть праздника Пейсах. Браха ве ацлаха.